Привет, друзья, товарищи. Сегодня у нас вот такой аппарат. Водонепроницаемый. Покупали ребенку, чтобы он его не разбил, не утопил, не сломал. Но не учли, что дети у нас не следят маленько за аппаратами. Оторвали верхнюю заглушку. И были не закручены несколько винтов на задней крышке. Винты я уже все и выкрутил, и скрутил. И вот видим следы залития. Не знаю, скорее всего, оживить не получится. Ну так хотя бы разберем, посмотрим, что внутри. На 4000 аккумулятор у нас установлен вот в таком горбатом состоянии. И моделька у нас BV4000 Pro. Здесь винты я также уже выкрутил. Видим прослойку резиновую, чтобы вода не попадала. Но это его не спасло. Здесь у нас все блестит. Видим следы воды. Не то, что следы, прям воду видим. Телефон, судя по всему, в речке искупался. Тут у нас прорезиненный микрофон. Сам аппарат такой висит. Так, приступим, наверное, к разбору. Даже не представляю, как разбирать. Начнем, наверное, вот с этого шлейфа. Это сюда. Да, тут у нас окислы, но прогаров не вижу, по крайней мере. Исключаем вторую камеру. Видим в окошке камеры капли воды фронтальной. Не есть хорошо. Еще у нас пара болтов. Тоже исключаем. Даже не пара, тройка. И, наверное, на этом плата у нас должна сходиться. Как сядник отключаем. Да, плата у нас, в принципе, почти свободно поднимается. Там у нас внизу шлейф еще один. Вот он. Этот шлейф идет на нижнюю плату. Сейчас пока отключим. Вот это в сторону. Это у нас щитки сниму. Нет, не сниму, щитки не снимаются так. Ультразвук брошу, по-моему. Здесь видим у нас следы прогара. Прорезиненный динамик. И давайте, наверное, нижнюю плату тоже отсюда вытащим. Мало ли чего у нее с той стороны, надо посмотреть тоже. Так. Микрофон. Я думаю, уже нету смысла сохранять герметизацию вот эту, так что мы его отсюда вот так вот вытащим. Также отклеим вибромотор. И отцепим вот этот шлейф, чтобы не отклеивать вот эту вот наклейку, не доставать шлейф оттуда. Теперь можно его приподнять. Не даю нормально записать. Короче, плату я извлек. Повреждения у нас, наверное, фатальные. Тут шлейф центральный. Выгорело 2 или 3 контакта. Но тут, в принципе, можно восстановить. Также шлейф включения. Окисленный
шлейф дисплея окисленный. Дальше у нас контакты кнопок боковых окислены, вся плата окислена, контроллер какой-то окисленный. Также у нас коннектор подключения центрального шлейфа тоже окисленный. Дисплея коннектор чуть-чуть окисленный, не страшно. И вот этот шлейфик, хвостик, тоже у нас окисленный. Так что повреждения у нас тут значительные. Напоминаю, вот такой аппарат у нас, такая вот модель. Сейчас попробую, конечно, помыть. Думаю, ничего хорошего из этого не выйдет. Также аккумулятор у нас под замену. Не знаю, сколько стоит аппарат. Наверное, 1000-3-4 стоит. А ремонту тут, наверное, как раз таки так же и будет. Ладно, буду мыть. Показывать не буду, это очень долго. Вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Также в описании под видео есть некоторые ссылки. Можете пройти посмотреть. Спасибо за просмотр. Пока-пока.